Урок номер 76, 4 класс, раздел 6. Обучение через совместные и приключенческие задания. Тема урока. Игры на развитие творчества в группе. Цель урока – определить и организовать двигательные идеи, стратегии и планы в альтернативных решениях. Комплекс РУ на месте. Итак, внимание, разминка. Первое упражнение. Основная стойка. Наклоны головы. На счет раз наклон вперед. На счет два наклон назад. На счет три влево, четыре вправо. На раз начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Так нужно выполнить 5-6 повторений. Следующее упражнение. Кисти рук на плечи ставь, ноги на ширине плеч, вращение плечевых суставов. На раз, два, три, четыре вперед вращение. И также на раз, четыре вращение в обратную сторону. Стараемся выполнить большую амплитуду. Внимание! На раз начали вперед. Раз, два, три, четыре. В обратную. Раз, два, три, четыре. Закончили. Выполняем 5-6 повторений. Следующее упражнение у нас — рывки руками. Руки перед собой на уровне груди, согнуты в локтевых суставах. Внимание! На раз, два, отведение рук в стороны, согнуты в локтевых суставах. На 3-4 раскрываем руки, одна плечевая линия. Внимание, приготовились. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Выполняем 7-8 повторений. Следующее упражнение. Рывки руками в вертикальном положении. Левая рука вверх, правая внизу, пальцы кистей собраны в кулак. Рывки руками. На раз, два, отведение рук назад. 3-4, смена рук. Внимание, на раз, два, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, закончили. Выполняем 7-8 повторений. Следующее упражнение. Основная стойка. Наклоны влево-вправо. На раз, два, влево. На три, четыре, вправо. Внимание, приготовились. На раз, два, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, закончили. Выполняем 7-8 повторений. Следующее упражнение. Наклоны вперед, назад. На раз, два, наклон вперед. На три, четыре, наклон назад. Упражнение, исходное положение, основная стойка. На раз, два, вперед, начали. Раз. Внимание, следующее упражнение. Следующее упражнение. Руки за голову, ноги на ширине плеч. Локтевые суставы в стороны. Головы поднять. Смотреть вперед. Повороты. Влево, вправо. Так называемое скручивание. Внимание. Влево. На раз, два. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. При выполнении упражнений резких поворотов не выполняем. Следующее упражнение у нас. Ноги вместе. Руки на коленные суставы. Вращение. Разминаем голеностоп и коленные суставы. Подседаем, вращаем, выполняем круговые движения. Влево начали. Раз, подседаем. Два, три, четыре. В обратную. Раз, два, три. Закончили. Выполняем 5 повторений. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки на коленных суставах. Вращение вовнутрь и изнутри. Приготовились.
на раз, два, три, четыре, вовнутрь начали. Раз, два, три, четыре, в обратную. Раз, два, три, закончили. Выполняем три повторения. Следующее упражнение – приседания. Ноги на ширине плеч, руки на пояс, основная стойка. При приседании пятки от пола не отрываем, спина прямая. Руки при приседании вытянуты вперед для равновесия. Бедра параллельно полу. На раз начали. Раз, два, три. Закончили. Выполняем 10 приседаний. Следующее упражнение. Наклон вперед. Основная стойка. На счет раз. Наклон вперед. Двумя руками тянемся к носку левой ноги. На счет два. Пол. На счет три. Носок правой ноги. На счет четыре. Исходное положение. Внимание. На раз начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. При выполнении упражнения ноги в коленных суставах не сгибаем. Ноги должны быть прямые. Выполняем 7-8 повторений. Следующее упражнение. Прыжки на носках. 10 на левой, 10 на правой, на двух вместе. Можно выполнить произвольно. Все, разминка закончена. Сегодня мы познакомимся с игрой салки. У каждого участника баскетбольный мяч. Выбирается один или два вводящих. Выполняя введение мяча левой или правой рукой, все перемещаются по площадке. Задача вводящего – осалить кого-либо. Тот, кого осалили, становится вводящим. Ответьте на вопрос, что из перечисленных вариантов является ошибкой при ведении мяча. А. Ведение левой рукой. Б. Ведение правой рукой. В. Ведение двумя руками одновременно. Г. Все перечисленное. Правильный ответ. В. Ведение двумя руками одновременно. Спасибо за внимание.